Здравствуйте, на моем канале будет распечаточка посылочки с Китая. Заказывалась на сайте AliExpress. Это у нас салфеточки из микрофибры для протирания очков, линз, фотоаппаратов, объективов разнообразных. Вот. Я занимаюсь немного ремонтами телефонов, поэтому очень часто протираю дисплей ими, сенсор, дисплей перед сборкой. Вот. Салфеточки постоянно такие нужны, даже если кто-то ничем и не занимается. Те же очки, я же говорю, дисплеи протереть очень хорошо. У нас они довольно на Украине недешево, по 10-15 гривен одна. А здесь вот 10 штук, 10 салфеток, 82 цента. То есть это меньше, это 20 гривен 10 штук, 2 гривны каждая. А вот, дошли салфеточки, естественно, без трек-номера, дошли довольно быстро, за 22 дня. Они на Украине. Вот, значит, 10 штук. А сейчас я смотрю, вообще дам ссылочку, 78 центов 10 штук, скидка 5%. Давайте посмотрим, что здесь за салфеточки. Ага, здесь они распечатываются. Что здесь за салфеточки, в каком количестве, какого размера. Значит, заявленный размер продавцом 12 на 12 сантиметров. Так, давайте пересчитаем, что мы получили здесь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все правильно. Значит, 10 салфеточек. Да, похоже на микрофибру. Я думаю, тереть будут неплохо. Вот. Значит, давайте измерим размер салфеточки. Как продавец заявил, 12 на 12 сантиметров. Примерно посмотрим. Так, есть у нас такая линеечка. Даже 13. Смотрите, даже 13. 13 на 13. Вот, то есть продавец не обманщик, все по-честному. 10 салфеток, 13 на 13, микрофибра. Можно будет тереть и не жалеть. Так что заказывайте, ссылочка под видео. Нажимайте смело, заказывайте. Кому понравилось, ставьте лайки. Продавец честно отправил, быстро. То есть все хорошо. Ну, спасибо за просмотр. До свидания.